В Следственном комитете проверили сообщение девушки об изнасиловании в детском лагере. Месяц назад в одном магаданском ресурсе опубликовали видеоинтервью, в котором автор рассказывала о своем изнасиловании вожатым, когда ей было 14 лет. Следователи проверили информацию и установили 23-летнюю жительницу областного центра, которая, имея педагогическое образование, увлеклась просмотром роликов анонимного характера в жанре социального, бытового и иного насилия, в том числе над детьми. Молодая женщина решила анонимно осветить данное направление в интернете и рассказать о необходимости обращаться в правоохранительные органы в подобных ситуациях. С этой целью последняя придумала абсолютно вымышленную историю об ее изнасиловании в детском лагере и обратилась к сотрудникам редакции информационного агентства «Весьма» с намерением рассказать свою историю на условиях полной анонимности. В ходе съемок женщина умышленно плакала, придумала детали и подробности своей истории, чтобы не возникло сомнений в ее достоверности. Сотрудники следствия проверяют подобные сообщения в сети интернет на постоянной основе. Выявление подобных выдуманных историй отвлекает правоохранительные органы от реальной работы.